Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. Сегодня у нас новый ролик по проекту Quark Chain. Итак, ребята, сегодня мы разберем, какие новости выходили по Quark Chain в Твиттере, что нового они постили, какие перспективы ожидаются и что сейчас творится с самим токеном. Вот таким образом, ребята, выглядит у них Твиттер страница. Здесь мы видим, что у них выходят новости по сотрудничеству. Допустим, вот если мы переведем, видим, что они здесь, Quark Chain, в последнее время сохраняют лидирующие позиции в рейтингах, таких как конкуренты Ethereum. При этом Quark Chain находится на свап-зоне. У них есть гибкость, масштабируемость и ориентированность пользователей, что очень главное. В медиуме, ребята, вы можете рассмотреть по Quark Chain очень много новостей, связанных с их ERC-20 развитием, связанных с DeFi. У них есть прям статья, вот, направление теста DeFi, которое началось у них в прошлом году. У них есть компания коренных жетонов, AMA-сообщество, которое они проводили с Binance и так далее. Вы можете изучить, тут есть разделы технологии, раздел ежемесячный счет, AMA, вот, ребята. Раздел AMA, я вам прям показываю, обязательно заходите на него, так как видите, они пусть редко, но их проводят, и тем самым они проводят их ежемесячно в AMA в Телеграме, вот вы можете любой видеть, тут ноябрь, декабрь и так далее. Сейчас они приостановили немного, но это лишь из-за того, что проект занят другими вещами, вот, а в целом AMA будет продолжаться. Ежемесячный отчет вы можете здесь посмотреть, как они у них проходят. Также вот к примеру 4 июля был, то есть можно сказать через пару дней уже будет и за август отчет, что они сделали. Вот, можете также их тут смотреть и оценивать. А вот что, ребята, творится сейчас с Quark Chain на рынке, именно он почти дошел до 2 центов. Мы очень хорошо сейчас идем вверх. Если посмотреть сейчас на торговлю, на такие биржи, как KuCoin, BitHump, HotBit, то Quark Chain чуть ли не, ну, в некоторых даже аспектах до 2 центов доходит на некоторых биржах. Вот, то это действительно круто. Видим, что у них тут даже вот разница бывает за 24 часа, то от роста, то это. Ну, то есть, ну, в любом случае мы растем. Вот такой у нас вышел ролик, ребята. Надеюсь, видео было информативным и полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.